Всем привет! Меня зовут Женя, я коуч, психолог и практик по интегральному нейропрограммированию психотерапевта Сергея Викторовича Ковалева. Приглашаю вас на живые встречи в Москве, мастер-классы по коучингу. Что мы будем делать? Основные моменты могу пересказать. То есть мы будем формировать синдром изобилия, убирать синдром дефицита. С каждой ситуации мы будем видеть в ней что-то хорошее, какой-то сюрприз. И будем учиться чему-то, получать какой-то сюрприз, подарок. Приведу такую метафору с зеркалом. Да? Мы смотрим в зеркало, и что-то нам не нравится. Нет смысла в зеркале менять, да? Надо здесь что-то поменять. Тогда мы увидим новое отражение, так и в нашей жизни. Если нам что-то не нравится вовне, мы это на мастер-классах будем менять внутри. То есть будем менять себя, и через это у нас будет меняться все вокруг. То есть увеличиваться доход, улучшаться отношения. Телефон мы постоянно обновляем. Также нам периодически надо обновлять программки внутри, чтобы выходить на новые результаты в своей жизни. Сейчас я приготовила для вас матрешку. Когда мы приходим в этот мир, можно сказать, у нас есть наша душа, наш счастливый внутренний ребенок. Когда мы попадаем во внешнюю среду, происходят разные ситуации, может быть, критические, как мы их воспринимаем, и происходят различные психотравмы. Появляется вторая часть личности, она называется обиженный плачущий ребенок. И уже на защиту этого обиженного, плачущего ребенка приходит, формируется новая часть личности, которая называется контролирующий ребенок. Что мы будем делать в процессе занятий? Мы будем работать с этими тремя частями личности. Из каждой части личности брать что-то хорошее. Например, контролирующий ребенок – это ответственность, дисциплина. От обиженного, плачущего ребенка мы будем брать хорошие качества, как сочувствие, переживание. И мы будем выводить наружу естественного, счастливого ребенка. Это, можно сказать, доступ к нашей интуиции, доступ к нашему бессознательному. Это коротко, с какими частями личности мы будем работать. Приведу такую метафору со спортзалом. Да, для хороших улучшений в своей жизни вы можете заниматься самостоятельно, так же, как заниматься спортом. Но часто нам лень это делать, например, заниматься спортом. Мы идем в спортзал, мы оплатили, там хорошая обстановка, мы видим других людей, и мы лучше занимаемся, час-два мы работаем. Также и про занятия по психологии. Когда вы занимаетесь в группе, ваша результативность повышается. Как говорит известный коуч Алекс Яновский, мы часто переоцениваем то, что мы можем сделать за год, и недооцениваем то, что мы можем сделать за 10 лет. Хочу отметить про групповую динамику. Личная терапия очень важна, но именно в группе происходит синергетический эффект. У вас эффективность будет в разы выше, именно когда вы проходите мастер-класс с группой. Более подробную информацию читайте на страничке. Хотите прямо сейчас посмотреть, как я работаю? На главной странице получите доступ к бесплатной годовой программе, которая называется «Твоя новая жизнь». Посмотрите первое видео, сделайте упражнения. Посмотрите за неделю, за две, какие результаты вы получили в своей жизни. Приглашаю вас на мастер-классы в небольших группах 8-10 человек в Москве. Расписание смотрите на сайте. С вами была Евгения Порошина. Жду вас.